Под самый корешок. Желающие самостоятельно срубить елку в лесу могут сделать это до 31 декабря. Но для этого сначала нужно посетить лесничество и заключить договор. При себе иметь паспорт и квитанцию в бумажном или электронном виде. Необходимо заранее записаться по номеру 8-908-861-31-94 и, соответственно, оплатить. Сотрудники лесничества напоминают, самовольная рубка деревьев запрещена. За незаконную рубку, а также приобретение, хранение, перевозку или сбыт нелегально заготовленной древесины предусмотрены административные штрафы до 5000 на гражданина, либо, если это должностное лицо, до 50 тысяч, если это юридическое лицо, 700 тысяч. Помимо этого, новогодним браконьерам предстоит возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Выбрать самое пушистое дерево можно после оплаты, рубить разрешено только в специально отведенных местах. Это технологические полосы вдоль линии электропередач, просек, автомобильных дорог. Есть и другое ограничение. Один человек может срубить не более 5 деревьев.